Мы с мамой летаем. На яхту поедем. Приехали в Miracle Garden. Фаворита! Ой, я как бабка, у меня все руки вспотели. Вот как начинается наше утро. Привет, девчонки, давайте познакомимся. 49 этажей. Мы все вместе, всем залом можем быть. Ну что, мы выезжаем в аэропорт. Мам, ты как? Всем здравствуйте! Это новый влог, в котором мы вместе с вами летим в Дубай. И не просто мы с вами, а еще и с моей мамой. Я решила сделать ей подарок и показать ей Дубай. Она ни разу там не была. Решила сделать нам такой совместный отпуск. Мама в восторге, просто нереальном предвкушении. Мы собрали полные луки, купили всю одежду для поездки. И вот сейчас идем регистрироваться на рейс. Все, мы с мамой вылетаем. Да. Ты рада? Да. Ну что, вы наконец-таки долетели? Лежа на тротуаре. Ну неправда. Мама. Мама рассказывает про то, как я была маленькая, начинала тогда вести блог. Я ее просила меня фоткать, а мне все не нравилось. Я говорила: мама, надо снизу, чтобы ноги длиннее были. Я же на вечеринку иду на каблуках. Вот мама мучилась. Ну не лежала ты на тротуаре, я не настолько ужасный ребенок. Красивые фотки, кстати, вышли. Все, мы заселяемся. Намучили нас внизу, говорят, завтраки не оплачены, это не оплачено. Я уже устала с ними спорить, я говорю, давайте мы просто все оплачиваем и все. Вау! Тут две двухспальные кровати, тут можно вчетвером заселиться. Ну вот как-то вот так получается, ванная с видом, все как мы любим, с балконом красивым и спальня. Что тут не открывается? Ну что, мамуль, за приезд? За приезд. Браво. Сказку. За то, что мечта сбылась. Ну что, мы в Дубае? Красиво. Выезжаем гулять. Сначала позавтракаем, а потом поедем на пляж. Наверное, сегодня первый день проведем так. Все, мама пошла уже. Заплыв. Я хочу с ней рилс доснять, чтобы его выложить. Вот, мама все что-то как-то сопротивляется. Сейчас я буду мучить. Походить надо или что? Ну, походи. Давай. А я пойду. Что могло произойти? Конечно же, в первый день, как мы приехали, у нас не работают ни одни сим-карты. Мы заблокировали дубайскую симку, грузинскую симку. Я не могу зайти ни в банк, ни в интернет, вообще ничего. И начался дождь, друзья. Мы на пляже пытаемся искупаться. Начался дождь. Делишес просто. Все, мы накупались, назагорались. Но купалась, загорала у нас мама. Я так чисто за компанию сидела. Сейчас едем ужинать. Повезу маму в один из своих любимых ресторанов, где есть вкусное мясо. И завтра тоже мясо. Приехали ужинать, заказали очень много мяса. Сейчас будем пробовать и чай. Влезет. Наелись, сейчас приехали гулять. Конечно же, в первую очередь мы поехали смотреть поющие фонтаны. Вот уже ждем, осталось несколько минут. Thank you.
На улице начался дождь, мы с мамой добежали, мокрые, в такси сели. Едем домой. Тут у нас фонтаны. Мы приехали домой очень уставшие, вообще сейчас уже сил нет. Выхожу на балкон, говорю маме, у нас там какой-то носок. Ну, я подумала, что это носок. Мама подошла, посмотрела, говорит, что это какая-то птица, что она еле как дышит. Мне страшно подходить, я боюсь. Это реально птица? Так она уже не двигается, мама. Всем самое доброе утро. У меня сегодня вот такой восточный образ. Я уже вся в костюме. Мы сейчас идем, как обычно, завтракать в нашем отеле. После этого едем в парк с цветами и прекрасным ужином в таком арабском месте. Я думаю, что маме очень понравится. На целый день собираю с собой вот такую огроменную сумку. У меня тут и джинсы, и куртка, и рубашка, и платье, и куча украшений. Все как всегда, короче. Приехали в место, которое называется Miracle Garden, и это такой сад, где есть очень большое количество цветов, растений. Вот на заднем фоне все вы это видите. Потрясающе, конечно, просто выглядит. Мама у нас в цветах. Посмотрите, что они сделали. Это целый самолет из цветов вообще. Так, мы переоделись, пересобрались и сейчас едем гулять дальше. Поедем сейчас в Global Village. Приехала моя подруга. Мы ее сейчас заберем и поедем все вместе. Амурита! Так, посмотрите, какая у нас тут красота начинается. Мы сейчас находимся в Global Village. Это просто огроменных размеров парк, где есть как бы стенды каждой страны. И везде можно все понюхать, потрогать, посмотреть. Везде проявлена культура каждого отдельного уголочка земного шара. И это просто вау. Боже, посмотрите, как здесь красиво. Прям красиво. Так, у нас тут перерыв на еду. Все как обычно. Street food. Не пробуй. Агрессивно вроде. Пробуй, говорит. Ями-ями. Мама едет бесплатно у нас сегодня, потому что самым красивым женщинам проезд бесплатный в Дубае. Вот так вот. Встретились с Даниилом. Добрый вечер. Он работает в такси у нас, как оказалось. Приходится, а что уж делать. Видишь, даже желтенькая такая. Да, шашечки сверху сняли, потому что лицензии нет. Вот, сейчас выдвигаемся домой. Хороший вечер получился. Ну, вы 5 звезд поставите. В приложении. А лукс могу дать. Всем здравствуйте, хабиби. Мы собираемся сегодня в новый день. Сейчас поедем на экскурсию. В такой трип у нас организован с гидом, с персональной машиной в пустыне. Это мой образ для съемки на сегодня. Ну что, за нами уже приехали. Посмотрите, сколько машин. Идут мои. Ah!
Не отвлекайте! Каждый раз как первый, конечно. Ой, я как бабка, у меня все руки вспотели. Мы приехали. Сейчас будем снимать в пустыне. Это была моя мечта. Я была в Дубае 5 раз. И у меня ни одной фотографии с пустыни красивой нет. И сегодня мы это сделаем. Тем временем, мама, я вас попрошу заметить, это человек, который уже уплыл за горизонт у нас. Ты как там жива? Ой-ой-ой! Боком валим, ребята! Чай Макса к поиску трека. Мы накатались, нагулялись. Было офигенно, сейчас приехали к Екатерине в гости. Посмотрите, какая у нее милая студия. Сейчас здесь будем сидеть, болтать о своем женском. Такая вот красотень. Посмотрите, какой нам стол Екатерина организовала тут. Доброе утро! Мы выезжаем сейчас с мамой в дубайскую рамку. Гулять я сама там, честно, ни разу в жизни не была. Сейчас вот прыгаем в такси и пойдем смотреть, а что там. Hello! Этажей 40. Мы нагулялись, насмотрелись на все. Сейчас приехали кушать мясо, как и обещала. Посмотрите, какая красота. Все, мы с мамой дальше едем на тук-туке. Екатерина отдыхает. А, где салфетки? У мамы. Наш любимый. Чуть-чуть, да. Так, держите. Да, пошел. Мама, гуляй. Подхватила себе перца. Едет, катается. Вот как начинается наше утро. Принесли букет. Очень красивый, с розами. Собираемся на пляж, а потом у нас будет сюрприз. Я сегодня в супер красивом купальнике. Кстати, заказала его на Wildberries, видела такие еще на Алиэкспрессе, мне очень понравились. И юбочка от Soda Moda.
ловить просто по всему этому, по всему отелю. У нас тут свиминг-компания, самое забавное, что подходят все люди и такие: «Привет, девчонки, давайте познакомимся». Мы такие: «No». Сколько языков вы знаете? Давай, выбирай подарочек. Приехала моя зая. Давайте, какой... А, нельзя, нельзя закрыть, все, не смотрит. Ой, спасибо! Как же красиво вообще. Блин, офигенно, сейчас будем еще фотки делать, я набрала с собой образов. Мне кажется, что получится очень красиво, как раз закатное время. Восторг. На ужин в одинаковых, можно сказать, платьях. Настя приехала. Спасибо, пожалуйста. Мне очень нравится то, что для секунду хотя бы. Можешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь. И все вместе, всем залом можем петь. Нас сегодня затопило, на улице пошел очень сильный дождь, мы не можем вызвать такси. Не поехали в итоге в Абу-Даби сегодня, не успели, видимо, уже в следующую поездку. Сейчас будем ловить машину, ожидание 30 минут мне пишет, представляете? Просто вам надо куда-то ехать, машин нет. Офигеть, я не знала, что будет настолько серьезный дождь. Ну ничего, зато мы со спокойной душой можем идти шопиться, понимая, что ничего другое нам сегодня не светит. Да, мам? Hey, right. Идем маме покупать помаду, ее любимый магазин. Ну что, мам, как тебе масштабы торгового центра? Впечатляют? Я уже маму думаю, надо привязать на цепочку, чтобы она от меня не потерялась никуда здесь. Ну что, вот и подошла к концу наша поездка с мамой. Она пролетела очень быстро. Я сейчас буду выдвигаться в аэропорт. Перед этим хочу немножко рассказать, как это все было. Я даже не успевала в какие-то моменты снимать, потому что я максимально наслаждалась этим временем. Мы очень сильно сблизились с моей мамой за это время. Потрясающе провели время. Я осталась в безумном восторге. И мне кажется, что данная поездка заложила у нас в семье традицию, что мы как минимум раз в год будем только вдвоем с ней куда-то выбираться. Вот, возможно, даже и чаще. Мне безумно понравилось. Сейчас мы с вами отправляемся в Милан для того, чтобы защищать мой диплом, и это вы уже видите в новом влоге. И я хочу сказать вам огромное спасибо за просмотр этого видео. Я искренне рада, что вы провели с нами вместе эту неделю. Делитесь своими впечатлениями в комментариях, и все самые классные места, в которых мы были, такие, знаете, базовые туристические, которые обязательно нужно посетить, я оставлю в описании под этим видео.